Там это национальная группа, наверное, наша сегодня на фестивале. У нас 7 человек из 4 разных национальностей. Армяне, грузин, русский, белорус. Я обязан был здесь участвовать. Я со всеми людьми, которые так же, как и я, как и многие музыканты, которые очень много на своем веку передали таких террористических актов против нас. Вплоть до того, что выключали свет во время концерта. Мне расписку, что напиши, что они будут играть больше тяжелый рок. Как я не могу здесь быть? Я обязан здесь быть. Я люблю этот ансамбль и помогаю им, что сколько там могу, сколько я могу помогать. Вам нравится эта музыка? Очень. Конечно, нравится. Если не нравится бы, не пустил бы работу, не пришел бы. Обязательно. Очень нравится это. Их игра, их репетиции всегда я. Thank you.
Thank you.
Мы и сами не ожидали, что все будет так хорошо организовано, вся эта аппаратура, вся техника. Так красиво и прекрасно все будет установлено. Из услышанных на выставке нам больше всего понравилась грузинская группа Мцири. То, как они играют и как они все чувствуют. Нам кажется, что здесь, в этой стране, на будущее очень много можно развить. И мы думаем, что со стороны правительства должна быть какая-то поддержка, чтобы эти музыканты и музыканты вообще смогли выступать на Западе. Einfach wirklich auch Geräte zu kaufen oder das vielleicht ein bisschen fördern, damit die Leute auch die Chance haben, wirklich das so rüberzubringen, wie sie es fühlen. Nu, tulīt, redzēsim, un savukārt pirmais vārds Ventsilides, tas ir uzvārds. Un Ventsilides kungs pats pašrocīgi šodien pasniegs balvu konkursu uzvarētājiem. I am proud and happy to stay here in the stage of Liepājā, because my parents were born in Liepājā. And I am happy that I had not decided which group will be the best. That has been the job of the jury. My job is only to give the first prize. All groups were very, very good. And only one political sentence to you. The best way to get freedom and independence is the way with music, and therefore I'm proud to stay here. Pirmās pakāpes laureāta diploma. Lūk šo te mazo kastīti. Tā ir firmas Grundig videokamera. Jā, un arī otrā rokā ir dažādi plakāti un tā tālāk, bet tas ir mazākais. Tātad pirmā vieta šogad pēc punktiem, kā saka, matemātiski precīzi viss aprēķināts, tātad viss iznāk maksimāli objektīvi. Pirmajā vietā ir ansamblis Mcirī, Gruzija. Стараемся сыграть для вас хорошую грузинскую хард-роковую музыку. Некоторые видели мои видеоматериалы, и там играл на восточном инструменте мой отец. К сожалению,
Я приношу свои извинения, он заболел и никак не смог побывать на этом фестивале, но я обещаю на будущий год отца привезти обязательно. Интересно, что означает слово «мцири»? «Мцири» перевод из грузинского означает «непослушный монах». И это кто? Все мы. Es vēl gribētu pateikt pāris